Фестиваль подходит к своему завершению. Сочинцы и гости курорта слушали Баха в исполнении органистов из Чехии, Польши, южных городов России, Краснодара, Волгограда, Ставрополя. Ну а финальные аккорды отданы лауреату международных конкурсов Луке Гаделия, певице Кристине Эшба и Сочинскому симфоническому оркестру под управлением лауреата премии правительства России Олега Солдатова. Абхазские артисты выступали с успехом в соборах Рима, Оксфорда, Кембриджа, Люксембурга, Брюсселя, Барселоны. Часто приезжали и в Сочи. Так что зал органной камерной музыки хорошо знаком Луке Гаделия, знакома и публика. Но с сочинским оркестром музыкант будет выступать впервые. Конечно, это другие, так сказать, впечатления, другие ощущения. С удовольствием вот репетировали сейчас концерт Куленко для органа и струнных. Надеюсь, что все как-то пройдет на высоте. Программа вечера разнообразна. Она охватывает 4 века истории органной музыки. Прозвучат органные шедевры Баха, Дюбуа, арии из опер Генделя и Беллини. Помимо того, что он будет играть сольные произведения, он выступит с певицей, замечательной исполнительницей, которая тоже уже выступала на нашей сцене, лауреатом международных конкурсов, Кристиной Эшба. То есть будет орган и голос. Будет орган и оркестр. То есть 2500 труб нашего органа и звучание струнных инструментов, литавр. В общем, это такое очень, ну, очень яркое созвучие. Ну и будут кое-какие сюрпризы, потому что это закрытие. Хотя, как я сказала, орган очень серьезный инструмент, но внести нотку такой пикантности мы постараемся и в эту программу. Заключительный концерт фестиваля органной музыки состоится 21 августа в пятницу в 19 часов в зале органной и камерной музыки. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.